В день памяти преподобного чудотворца Феодосия Киево-Печерского глава Среднеазиатского митрополитчего округа митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в Свято-Троице-Никольском женском монастыре города Ташкента. В преддверии праздника Успения церковь прославляла великого святого угодника Божия преподобного Феодосия, которого Пресвятая Богородица возлюбила и послала к нему и преподобному Антонию строителей. Они должны были построить храм Успения Божией Матери. Это осуществилось чудесным образом по настоянию и благословению самой Царицы Небесной. Удивительно, что в те далекие времена перед праздником Успения Божией Матери совершалось такое чудо, когда Пресвятая Дева созидала свой дом, Успенский храм, в Киево-Печерской лавре, где подвязались великие подвижники и возделыватели души своей ради Царства Небесного. Если делать сравнение с теми подвигами, которые совершали преподобный Феодосий и его сподвижники в те годы 11 века и нашего 21 века, то, конечно, мы видим нашу немощь, нашу слабость и в какой мере мы отстаем от этого подвижничества, которое имели эти святые угодники Божии Киево-Печерской лавры.